этот театр, театр фантастической реальности, это, скажем, такой театр-лаборатория. В нем есть и профессиональные актеры, у которых, скажем, есть профессиональное образование актерское, есть люди, которые с высшим образованием, но не актерским, которые работают в разных сферах, там, кто учителями, кто режиссерами на телевидении. Но вот мы любим театр, мы любим театр, и в силу того, что, может быть, вот профессиональный театр, он не всегда может себе, как ни странно, позволить, ну, эксперимент, который вполне может быть провальным, неудачным. То есть все-таки там крутятся большие деньги на постановку. Это большой риск. У нас риск сопряжен немножечко с другим. То есть мы, так уже вот получается, на протяжении 20 лет мы берем ту драматургию, которая нам нравится. И если у нас есть расклад на историю, то мы ее рассказываем. Два разбойника были распяты со Спасителем. Их с кем? Со Спасителем. Два разбойника. Говорят, один из них был спасен, а другой покаран. Спасен от чего? От ада. Я ухожу. И все-таки, как так вышло, что из четырех... Надеюсь, я тебе не надоедаю? Я не слушаю. Как так вышло, что из четырех евангелистов лишь один представляет факты таким образом? Ведь все они были там, все четверо, наконец, недалеко, и лишь один говорит о спасенном разбойнике. Сейчас мы взяли пьесу Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо». И я честно признаю, что я впервые в жизни столкнулась с очень-очень-очень сложным материалом. Он труден не только потому, что он достаточно, ну, объемен, в нем очень много слов. Проблема в том, что во всех этих словах настолько глубокий смысл, что мысль о том, чтобы каким-то образом сократить это произведение, она сразу же отпала. Захотелось сказать все эти слова. Захотелось нарисовать всю эту историю без купюр. Потому что люди, которые существуют вот в этой истории, это люди, которых с большой долей вероятности можно назвать представителями, такими парламентариями всего человечества. Проблемы, которые тут поднимаются, они важны для любого человека, который живет на этой земле. Это вопрос не только смысла жизни, существования своего, но и момент осознанности. Насколько мы осознаем, что мы живем. Повесимся сейчас же! На суку он какой-то непрочный. Можно попробовать? Пробуй. После тебя. Ты первый. Почему? Ты весишь меньше, чем я. Так в том же и в том-то и дело. Ветка. Ветка. Да пойми же, наконец. Я тебе доверяю. Го-го. Легко. Ветка не сломаться. Го-го мертвый. Диди тяжелый. Ветка сломаться. Диди одинокий. Тогда как? Я об этом не подумал. И вот этот вопрос, который постоянно они поднимают, герои, вот он как некая медитация, мне кажется, для зрителя. Это медитация для зрителя. Вот прийти к пониманию все-таки, зачем мы живем. И когда этот вопрос, он как бы становится более понятным, ну, вроде бы, ну, родились, поэтому вот и живем, да, возникает второй вопрос, как мы живем.
какое качество нашего проживания. И вот если говорить о качестве, тут, конечно, в первую очередь мы говорим о качестве духовном. Потому что люди, о которых мы рассказываем, они не имеют ничего в этой жизни. Ни своего дома, у одного даже ботинки то есть, то их нет. То есть это люди, которых мы называем бомжами, да? То есть бомжи. Люди, которые живут вот на улице. Но при этом вопросы, которые они задают, с таким же успехом может себе задавать очень успешный человек, живущий в шикарном особняке и разъезжающий на дорогой машине. Потому что какими бы игрушками мы себя не занимали в этой жизни, вот этот вопрос качества проживания каждого мгновения нашей жизни, он все равно перед нами так или иначе встает. Чем больше я встречаю людей, тем я становлюсь счастливее. Самое ничтожное существо тебя может чем-то обогатить, чему-то научить, дать лучше почувствовать свое счастье. Даже вы, возможно, что-то мне дали. Почему он не ставит свои вещи? Это бы меня очень удивило. Вам задали вопрос. Вопрос? Кто? Какой? Только что, сударь, вы дрожали, разговаривая со мной. Теперь вы задаете мне вопрос. Это плохо кончится. И вот в этой истории, в ожидании годов, у нас как раз и появляется такая попытка осмыслить вот эту глубину проживания. То есть насколько мы осознанно относимся к нашей жизни. Не знаю, насколько это нам удастся сделать, но попытку такую мы все-таки предпримем. Кто? Это знакомый? Да нет же, мы его почти не знаем. Конечно. Мы не очень хорошо его знаем, но все-таки я не узнал бы его, если бы встретил на улице. Если бы у меня была назначена встреча с этим Готе, ну, знаете, о ком я. Я бы ждал до поздней ночи, прежде чем уйти. Пойдем. Мы не можем. Почему? Мы ждем Годо. Ах, да.